Гаррет Невилс один из них. До него мяч сейчас не доходит. Савин. Быстрый отрыв. Все-таки получается урон, который так и не был доигран до самого конца. Ну и при этом действительно солидная, очень хорошая карьера у него получилась. Прекрасно понимают, насколько принципиальным является этот матч. Ведь команда, которая победит закрыт, который, что касается атаки, может назвать себя такой вспомогательной опцией. Вот и сейчас поставил заслоны, сделал все правильно. Своих парней о том, что Раданов не так стабилен на периметре. Поэтому Тайрон Нельсон его тоже не держал не так шпотно. А вот Стайлс прекрасно знает его возможности. Они друг против друга уже играли. Ну и все-таки не стоит забывать, что рост Эллиса 208. Лишь два ассиста. У того же Джавонта Дагласа, например, три. Но, тем не менее, Глазунов пока что один из самых эффективных. Становится все больше. Руна по-прежнему лидирует по этому показателю. У соперника 11-9. А здесь потрясающий блокшот. На самом деле, зная, что у него хороший дальний, Хиел пытается один в один обыграть Перкинса. Не получается этого сделать. И снова руны игроков, которые могут играть один на один, кажется, еще больше. Вот сейчас Раданов на Таюса. И мяч проваливает. Организовать одно из таких владений. Невилс снова играет изоляцию. Лезет под кольцо и получает блокшот. Никола продолжает оставаться мячом. 7 секунд на атаку. Таюс. Передача на Раданова. Алекса с дальней дистанции забивает.